Приветствую вас, отвечая на ваш вопрос, хочется сказать, что да, вы имеете право так поступать, вот, вы имеете право поступать именно так, я только не очень понимаю, значит, как именно, то есть вы пишете, что на вас давит вина и значит, попеременно, что давит вина, то невозможно сделать так, как хочу и умею. И далее вы пишете, имели я вообще право в этой ситуации так поступать. Как поступать, не очень понятно. Вот. Ага, то, что вы описываете, невозможно адекватно воспринимать без понимания того, что это за болезнь, откуда она взялась, какая она и так далее. Я так подозреваю, что болезнь ваша имеет в том числе и психосоматический характер, то есть то, что вы чувствуете свою вину перед родителями. Отношения с родителями, а у вас это отношения какие-то совершенно дикие, материальные, то есть там родители прогонят, устали, разочаруются. Откуда это все вот это вот, откуда вся эта дичь, непонятно. То есть родители делают все для вас. Родители, если они помогают, они делают это просто так. Ничего возмещать им за это не нужно, потому что это родители. Если родители делают это не для вас, если они возмещают, если они требуют от вас возмещать им вложение, или если вы чувствуете их неодобрение, то, соответственно, это означает, что родители это делают не для вас, а для себя, и возникает вопрос, а с какой стати вы должны, собственно, делать что-то для них, да, то есть для них учиться, например, и для них, собственно говоря, работать и что-то еще, вот. То есть чувство вины, не свобода, это корректируется, это можно исправить, но, безусловно, не в рамках ответа на ваш вопрос. Что касается болезни, то у нее, у болезни как таковой, самой болезни, есть тоже выгода. И вам нужно об этом подумать. Какая выгода вам от вашей болезни? А того, что вы болеете, какая выгода? То она есть, я не сомневаюсь. Потому что она вам определенно что-то дает. Возможно, это как раз-таки бег от ответственности, которую вы не желаете нести. Или ее чересчур много для вас. Возможно, что-то еще. И в этом случае нужно работать с личными границами, за что отвечаете вы, за что отвечают другие люди и так далее. Вот, и вообще, для чего вы все делаете то, что делаете. Что касается комплексов и внешности, то здесь все упирается в ложные понятия, в ложные представления о себе и о других. Если болезнь в ближайшее время не отступит, да, ну, то есть, если вы знаете, что внешность будет у вас по-прежнему страдать, прочтите обязательно книгу «Я умею прыгать через лужи» Алана Маршалла. Я полагаю, что что-то она вам подскажет, эта книга. Ну, по крайней мере, вы уже будете более-менее подготовлены к этому, и с вами можно будет разговаривать. Понятно, что комплексы по поводу внешности так просто не уйдут, но ведь вы же понимаете, что дело совершенно не во внешности, а дело совершенно в другом. Восприятие себя. Что касается того, что вы отупели, как вы говорите, то здесь, если честно, я не понял, следствие это болезни или это просто ваше состояние, самочувствие, а болезнь это совсем про другое. Вот. Но если предположить второй вариант, потому что первый вариант требует изучения, если предположить второй вариант, то отупение здесь это не более чем средство защиты, то есть вы
не хотите брать на себя ответственность, вы устали, возможно, от ответственности, и поэтому вы и чувствуете снижение своей интеллектуальной деятельности, чем управляет ваше подсознание для того, чтобы избавить вас от лишнего груза ответственности и хоть как-то защитить от давления. Вот. Я полагаю, что это уйдет, как только вы избавитесь от чувства вины. Ну, по крайней мере, уйдет, конечно, не сразу, да, не скочкообразно, но, тем не менее, пойдет на улучшение. Это однозначно, это скорее всего. Вот. Что касается того, что вы чувствуете себя в тупике, то это, опять же, нежелание нести ответственность. То есть вы брали ее на себя слишком много, вот, не выдержали и разочаровались в себе. Вот. Ответственность нужно брать с умом, отвечать нужно только за себя и ни в коем случае не за родителей. Иными словами, если родители ваши помогают вам с учебой, то они делают это не для себя, а для вас. Если они делают это для себя, это их личная проблема. Что касается того, что у вас нет мотивации учиться, то, ну, здесь сложно сказать, в чем именно заключается проблема. Так вот, на вскидку, исходя из вашего текста. Ну вот, а может быть, проблема в том, что вы занимаетесь не тем, чем хотите. Вот, тогда нужно присмотреть вашу деятельность вообще, дабы понапрасно не тратить ресурсы. Вот. Либо здесь есть еще какие-то моменты. Но в любом случае, мотивация появится только в том случае, если вы будете четко понимать, что вы хотите, зачем вы хотите, и будете, самое главное, принимать себя, потому что очень сильно мотивация падает, когда есть чувство вины, а чувство вины — это не что иное, как другая иная сбивающая мотивация, которая, соответственно, не позволяет человеку делать свободный выбор. Вот. Я рекомендую вам консультации, потому что детско-родительские отношения требуют проработки. Ваша личность требует также работы, это работа с чувствами, с личными границами, с представлениями о себе, с самооценкой, вот. И все это так вот просто за один ответ, к сожалению, не сделал. Вот. Отвечая на ваш вопрос, да, вы имеете право так поступать, полное, абсолютное, потому что это ваше право. И право ваших родителей поступать так, как поступают они. И мне непонятно, почему вы не позволяете им это право иметь. Начните с них. Позвольте своим родителям делать то, что они считают нужным. И все просто. Вспомните, кто они, кто это. Вот. Ну и я рекомендовал бы вам более подробно детализировать чувство вины. То есть, что оно из себя представляет, кто вам инкриминирует вину, за что, что говорит, чего хочет и так далее. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.